Рональдиньо. Возвращаемся в Чезену, где Рональдиньо бьет из-за пределов штрафной, попадает в защитников Чезены. И Богданю снова с мячом. Можно сделать пас. Хороший пас. Выход один на один. Джекирини. Нет, конечно, это не один на один, но все равно гол! 2-0 Чезена. Вот это Чезена. 2-0 под занавес первого тайма. Джекирини делает счет 2-0. Великолепная контратака хозяев поля. Отличный проход Богдани. Он сделал выверенный пас в центр, куда врывался Джекирини. Очень активный футболист. Он, конечно, не стал ускоряться. Ну, может, и не мог ускориться. Но, тем не менее, он вроде как его уже накрывали. Два защитника Милана. Но Джекирини решил пробить с линии штрафной, с левой ноги. Да так пробил, что не оставил ни единого шанса для Кристиана Абьяти. Смотрите, откуда бежал Джекирини. Его накрывали два защитника. Пробил итальянец, молодой итальянец, с левой ноги в притирку со штангой. Мяч чиркнул о штангу, залетел в угол ворот Абьяти. 2-0. Чезена обыгрывает Милан. Фантастика.